hürmetli milletvekiller, din kardeşler. Min bugün bir şatman şimdi bizim terrik klasik arabilen birge icat kişisinde göreniyor. Bir de başlangıç ilerindeki mektepte şu ayda biz bir bala Meskev'de yüksekte paramızda bana izin veresiz, Tatarca sürüyoruz. Телевиз татар, они де динибис ислам, что это распят мин меня имя, он узиде менеджер я за иде, что это мин он я синде, прежде вертебе татар тенде сюрлер я запан, что ты юмористичек на меня так варинде, а ларнан на мин туганнан так каннан зин иде чарлакта. Вот, он мне сказал, что она идет в институт, она идет в армию, кремль для шведов у них ел, метеоротель был, старший метеоротель был, но хэв шун, никак на штемлемин, зур на женек на рвулдам, и научный сотрудник, и глава, и главный инженер Ксурусов с Рейлем, шула хатта хэм да мин, не минум шалемде, кастраган китабиди, китаблар, шагдар окуп, татарча, русча, хэм язаидам. Вот докатился до того времени, когда я профессиональный писатель, член Союза писателей России и Татарстана, лауреат двух премий Алла-Берзя. Вот, значит, и вид для Лязал. Рахматлярым, не, айтаридым Айдар Халимге, чинки минаным блен таныш, егерме биш еллар лик, наверное, и да, ол, мили мэджистын, нинде, житакшесе иде, первая татарская общественная политическая организация иде, мин, мене чо блен, башка патриотлар блен, без Казанга, икильян идик, хэм, хэр бэр нига иде, هر بار سیزگا آنان اتگه نی نخریل نو وقت ندا بس توزاو پرفیریشی مسکویانی دیک شدی بس اتگه نخریم دا اتگه جیندک ریسپولیکا زن نه ترگه برمیده من شو زاسلوگا من پرفیسیونی نیه ایند بایراموا ایند ایند آنان ارخالیم ایند میلچوف من ابو چن татар патриотларының вакиллері енді. Мен де алар білен бірге үшіліп, тұрышып, мен де өмінен бәкірді салымын. Шынкен, нендей болса бір, мен де милетіме, халқыма ярдем бар екен. Мен бұларым. Мені шул рахметлерімні мен шығыр білен әйтемін. Мені бұл деге бәскілі әчіға, шынды өйтеске әлманақ, әрчіға, шынды китап сборны енді. Мында только членов Союза писателей, уровень самый высокий. Шында менім шығырларым Айдар Халимге бағышлыған. Мені аргамаки. Аргамаклар бізге сеттігі қонатлы атлар біздің әревиятта біздің әревиятта нелер поэтический конь, мені как пегас урышайды. Аргамаки. Айдару Халиму, писателю и общественному деятелю, кавалеру Ордена Белого Креста, Международной конференции рыцарей культуры, защита жизни на земле, город Амстердам. Штигарля. Бахарстан Штигарля, Аргамаклар. Где аргамаки, быстрые как ветры, серебряные наши стремена, удавние заморские рассветы, он наши золотые времена, о кони, прославлявшие когда-то отчаянных народных бунтарей, носившие дорогой Салавата эпических своих богатырей, о кони, пробежавшие по свету за сотни зим и весен до меня, о наших кони, канувшие в лету по тысяче верст, носившие меня. Абу татар тілінде. Татар тілінде. Аргамаклар, әдебіміз Айдар Халимге. Мен хаман әлей азаман анды кішілеріне әдебілер дейді. Чүнкі біздің справочники Союз писателей Татарстана наконец-то написали, что язушылар түгіл. Язушылар, мене нелерді дворик-то яза, инженерді яза, ол язушы була. Әдебілер – это просветители деген сөз. Шуай тіп, әдебіміз Айдар Халимге. Қайда біздің жилдей аргамаклар, жил тетіретіп үткен данымыз, иділімде герак қалған таңнар, қайда біздің алтын шағымыз, қайда біздің алтын ұрлабыз.
жиындардан халык батырларын бәйсізлікке иткен атқайлар, ғасырларының жетес чаптарларын салаватлар жилген қанқайлар, миңачықлы, ес яс, ес күш адам, жиған бойлап жилген атларым, сіздің білен ғымыр суын кешіп, келешекке шапқан шақларым, азатлыққа шапқан шақларым. Идел юртта язгы жиллер ісе, бәйгелерде ойны атларым, халқымызға яне иман ине, баш күтере болғар татарым, рухын күтер батар татарым. Позвольте это вручить моему другу. Сүз әйтірден алда ұйла қалем, юлчы юлны сайлаған сыман, маңғай бүкмек ялған күзгілерге, кәлемчілер ісе қахарман. Перевод такой. Для одних язык как говорильня, а другим он служит словно крылья. Пустоватым суждено болтать, а крылатым суждено летать. Шынды менің нелерінде жол әтігі пробы, пера, татар тілінде. Рубагелер. Бір кітап әзіп бердім, кәзі өт қазанды атам. Менің нелерінде подпишениялар, менің Мәскеуде әші, біздің милетіміздің дахи, шахысы, академик Айгдас Ағай Бұрхановқа «Куда идеш Россия» деген кітабын ұқығаш. Неге дауылы қара дейінгіз? Дауылы шауылы бүгін қара дейінгіз. Әкеттәй дию шекілі. Кешегіне күзгі сұман тегіз зәңгер езі өкеде сүкімілі. Неге дауылы екен ізгі дейінгіз? Бұ дүнияға бәлкі үші бар. Тынышлыққа тәңірім саңған негіз. Біз болдық мы аңа иқтияр? Кемдіргене лақар соғыш аша? Бомбалата дұшман афғанны, яулы бара ақыш мүсілманны, кішіліктен шафкет нұры қача, қуандырып иблис сайтанны. Кемдір байы кіші арқасында, кемдір мұқташ қара ипіге, бәйсіздігім кімдір құласында, бәйсіздіктен жаным интіге. Намыссығың қайда әй жүрдашым, әдемлігін қая зая кеттімі, жирдәштәрім, заман кәрдәштәрім, ақыр заман әлі жеттімі. Қая кетті намыс, яқтаушылар, әшекіне ұрғып сүріке, яулық астан ірке елмайылар, егітлерінің байынық жүріве. Күннен күнге біте сафлық әдеп, ярты жерінің шашқан оқылы, күн батыштан сүре біз бұзып ғадәт, яңа башлықлары арқылы. Мен аңладым сені қара дейінгіз, бұ дүнияға хақлы күшің бар, ерше үрі шынды заман дейбіз, бұ фікірге қаршы ақыл бар, бұзықлыққа қаршы ислам бар. Мен әді үмірді әзім, мені үзім менен ғайымынан тұрған шығырлар. Әхәлсіз бүлек. 8-ші март күнні бүлек дем-дем қатынна. Житияз бұйыл мұр башы қалам құлақ сырғасы. 20 тән кәтулет, бәк мүнеттен шәп бүлек бір кенгенсін қатынам дейм, ғыл үпсілі қартын. Иқтибарсыз ерсін дейп, юқса аман келген. Сен мені сөймесінде, қатынды білмесінде, кеші ерлері кеп бүлек де бермесін. Хәр 8-ші мартыны тұндыра бет құлақты. Келіп тә жетті берем, ертен қатынға әйтем, қара әлі қатын дейм, нәрсе алып қайттым дейм. Менің бүлекті көргенс, нәрсе екенен білгенс,
потом это аптрап, эх син сукр, эх дурак, инди бюлек тапкан бит, сырга алып кайткан бит. Егерме ел тұрып бірге, көрмеген екен бірде, мен әнінде кешпешмеген, құлақларым бит кешмеген. Хәзір білмемістерге, құлағынмы кешерге, көмірімді бір бюлек алдым, анда да тұраққа қалдым. Мен әмін дегене, афоризмдар клубында қайны мен давно, мене татарша һәм русча язган афоризмнар. Мене бу теге чепуха дигән журнал, бик батыр журнал, монда күләләр инде патшалардан да, Владимирдан да башка да күләләр, бу демократический шундый журнал. Шунда инде мине тек финалист итеп куйдылар, инде минем шигырьләрне укып, мене шундан берәр нәрсә укыйм сезгә. Юмор инде. Не, помните, Лидия Варенеша, друзья, лозунг партия наш рулевой. Наш, народ и партия едины. А именно там народ и юмор неотделимый. Ахмед Саттар, 20-21 век. Из рассекреченных, якобы, из рассекреченных данных ООН человечество заметно поумнело, а дураков не убавилось. Дальше. Совесть не шляпа, ее не наденешь на голову проходимца. В любом законе, присяге или приказе есть доля цинизма одних над другими. Даже нет бы, я не верил в летающие тарелки, а после они пролетали мимо и даже приземлялись на моей голове. Глобализм – это новое вирусное заболевание мировой олигархии. К сожалению, только после выборов мы узнаем, что наизбирали не тех. Девиз сатанистов – жить по чести и уму не позволим никому. Крылатая мысль россиян: с приходом капитализма между чиновниками и простыми гражданами укрепилось устойчивое взаимопонимание. Иллюзии выборов. Наш народ обладает удивительной способностью частенько голосовать против себя. Власть, как и наркотик, хоть попробовал, притягивает навсегда. Непорядочный человек не признается даже в пустяковых ошибках, а порядочный признает и свои, и чужие ошибки, и потому пользуется уважением окружающих. В мире еще не было астронома, который видел Бога. Человек, умеющий классно надувать других, достоин и класс, и сам классного обмана. Характер – это судьба. Яркость свечения звезд зависит от окружающей темноты. Один грамм желчи злопыхателя может отравить жизнь целого коллектива. Абсолютную честность пора взять под защиту от окружающей среды. Будучи даже патриотом Отечества, я недолюбливал коммунистическую атеистическую власть, а ельцинско-гайдаро-чубайсовскую вдвойне. Мне кажется, раньше и негодяи были поприличнее, и дураки поумнее. Люди, будьте бдительны, не доверяйтесь самим себе и другим сомнительным личностям. Хочет быть независимым начальником, делает все сам. Неделимая дилемма. Как согрешить и не прогневать Бога? Вот чего вопрос. Только очень умной женщине дано казаться чуть глупее себя. Мечта настоящего поэта – быть совестью нации. Повторяю, миссия настоящего поэта, писателя, быть совестью нации. Я думаю, здесь присутствуют именно такие люди. Степень жадности пропорциональна весу кошелька. С исчезновением языка исчезнет и нация. Капитализм – крестный отец бандитизма, а бандитизм – прародитель капитализма. И чего не выдумает женский ум, когда рядом кум? Когда обезьяны изучили человека, они наотрез отказались от эволюции. Из примет нового времени – старый Арбат офонарел. Там не только фонари, там еще офонарелы люди ходят. Выброшенный за борт берегов не выбирает. Цитата из военной доктрины НАТО: «Дураки и тараканы неистребимы».
И все же лучше смех над теми, которого сегодня рядом нет. Тени подозрения трудно смываются. Некоторые женщины не знают, где у них левая, а где правая рука, но точно знают правую руку мужа. Дураки прислушиваются к глупостям, а умные к мудростям. Дорогой читатель, если вас застали данные афоризмы, не берите это в голову, поскольку выше написанное не только про вас. Здорово. Юмор. Прикольно, это Сергачтан, но я принесу кейна узатканидам, манда язбаше, силеннар, это нер, сандуваштар сайрей, ауга, туганауна кирдымде, манда мин чип-чистейшинде аккаштумнайден американский, манда бір түлкім этлеріме беленде. Мин браз башта шампанскинде, там манда как юр беленгене можда авайтисинде. Олар ауды мене үрелер. Мында бір маска сейді мен, шо, неге маска бастым да, да, иптешлер, мен бит, енді ауылы ұмалайы, мене сіздің кебек ауылдан ауыл концерт көріп беремін, мене Сибирінде бір үш көші бар кебек. Их, енді, әдемінді сіз алып сөйтін сегер сегерлер оқыдым. Оқыдым бір әршегі өздеріне мұхабәт тұрында, тіна қалдылар. Мыннан тау бітінден түшілер нейінде, бір сағат енді, үтін қайталар не ешлер, олар көрелер. Деге, неге, батшысқа басқан бір әфенді, аққаштымнан етлер, е, ішегілер оқи. Айтлар, мен көлем алдар мені. Кейдерді, айтлар, мен енді, тартағында қатырақын тұр шегілерді оқыным. Аннан енді, әтенаттылар етлер, мен ауыл бойынайын арына кетірдім де, әне мені күткен енді сымаш білен. Ол да юрлы елік көрілдер, енді қапқасында мұнда елдеріне. Адам болу мен бұл мәнне бұл іптештеріңа әзірлі берем деп отыр. Әне етім мені бері үзлеріне, әне енді алар мені мені кемінше ұзаттықтар үйге әкетін. Ертен енді мен шолшы керді. Әтлер үре. Минатабын үріп қалды әтлер. Нәрсе үтін үдір аңламын. Бір айдым аппақтаннан. Бір кімге де барып яғылмадым, ауылымның бары құнағы, бұл елдерде болдым бір күнгіне, ұранларыны тек бір ұрадым. Шылынық бұзып, қатты шылт етмедім, жиырмадым қатты қошларға. Ғайбым зұр екен, ғайбым зұр екен, ұнатқанмын екен әтлеріне сұяк таштарға. Рәхмет сізге әтлер қым күшіктар, бұл үрілер қалмас бір істес аптыраған едім, тем ойықтан шығырыме үріп кірдігіз. И карты Этарья. Мене, прикольно, мин, взяли сбросить, мин, я кен мен, пар, вот эти зилдар пишет, тем, до старый дик, на инде, анын, трошу там инде, инде шагер гору пишет, мин, шигерлер я, ол, ике, я, ты гесес, я таныш, зилдар гана тугил, я, загашили, кузяри, да, классика болит. Взяли на язык рус романсы, любовь моя поздняя, ул любовь моя поздняя романсы на башкараиде Галина Вишневская, не мне последний она не на чекшенда казанда фрориде, ул махшла взяли меня двусидик, они не Галина меня, без Ирхам Шакира меня в 76 году после Ирхамского концерта, не инде мне такие Ростропович без этого харде унакка. Біз түн бойында шығырлар оқыдық, таныштық, шынды ол ғайлай болды енді, ол даже Шакиров қайтан бар, сенің тауышың бар дегене ласқалаға ұқырға. Йоқ, әті, мен татаршағыра есәмінде, риза болмады аның білен білдірге. Андан мұна қазығына бақар болды нейінде, атақылы біздің жаршығыз, ғайлай бешкәне Абрасова, Юлия Варсова, он анында инде программасы жол шегер бар еді. Ано алар шықты инде пластинкаларда, аны инде Христиан деге Ренат Ибрагимов жырлы, әм башқа жырлар, бөш мая пози деген инде жары еді біздің. Анан ясы көз аның білен не Сибір романсы, мен аны Сибірде неде командировка болғанда бір татар қызына язған едім бірінші шығыр, шында не болды Сибір романсы болып шықты, аны башқара не Ханеф Архи.
Так что бизань дурт жервис, постоянно намекнул варили. Но мне дурт жервис, яхин жервис разварили. Мне вырки на такой акта, и курдем, что автограф, Сибир Хаким, что юмор блин я зал, не я инде, яхин я, а Сибир Хаким, автограф, китапта, яхин я барстаган. Нашла, не инде. Шафир Сибир Хаким, там поистине растем яхинга, багаштаган автографы, не сигнал не язан. Бери карасан, жайлеп ята арыш, яшил килин тислю, бери карасан уйни, дулкунана, яхин пью тисле. Сибат хаким. Минен анарайды юмор яздым, ялмаю. Хатаннар ми тислю. Бери карасан, хатаным тилкі тислю. Бери ялмая мина, бери эрли. Булсан дейді Сибат хаким тислю. Яратып, такой армен бәлкей. Бір карасан қатыным мұнжыр түсті, яхин көйек-көйек лебаса. Бір карасан кенет шайттан түсті, тәлел кәнәрімді рыгыта. Бір карасан қатыным яшын түсті, пулеметтай ата тілінден. Бір карасан қатыным ішек түсті, дефицитлар ташы кебеттен. Бір карасан қатыным матур түсті, квартальнені алсам ішімнен. Бір карасан қатыным қатын түсілі тұры ғына кірсем ішектен. Мені не бүгін тоже конкурсный нәрсе семестрети победы фронтовики деген. Памяти моему отцу, мостостроителю Сергач Дорстроя, участнику гражданских отечественных войн Саттару Бедердинову и его боевому товарищу, ныне генерал-лейтенанту Ивану Петренко, которого, раненого в ногу младшего лейтенанта, отец вытащил на себя из окружения под Кенигсберг. А тем, большой театр дал Куршейде, так это следы, ну, это был Улкин, прогон Киевта. И она, Беркинны, как раз это было 65-летия, выступает по радио, по телевидению, генерал-лейтенант, и говорит, где ты, Саттар Бедердинов, который спас мне жизнь, вытащил из окружения. Вот. А ты меня разбрел в Афатиде. Мин нашел не Анатоптом, он генерал-лейтенант, Силяштык, он меня даже эти именинки сифаты, да, тоже, да, эти именинки меня хорошо запомнил, потому что он ко мне еще приходил не раз в госпиталь. Вот. Вот мне шарга мне, что мне бардовский жарязный. И мы с тобой стареем, старина, ведь времени пред кем неумолимо, и на висках белеет седина, как будто серебром посеребрила. Наверное, мы прожили не зря, мы брали жизнь трудом и автоматом, и пусть пришла вечерняя заря, мы ярче пламенеем пред закатом. Помещенные пулями бойцы, с победой мы вернулись из кручины, из-за войны мы поздние отцы, но ранние солдаты и мужчины. Как деды говорили в старину, готов зимой телегу, сани летом, мы заново отстроили страну, на зло врагам, на радость нашим детям. Нас не пугали стужи и ветра, на трудные ходили добровольно, награды не черпались от ведра, и потому за прошлое не больно. Наш батальон заметно поредел, мы к стройкам века приложили руки, а кто чего достроить не успел, достроит наши сыновья и внуки. Мой отец был мостостроителем в Нижегородской области и построил около 50 мостов через Волгу, Аку, Яну, Дешу и другие. Потом уже после войны был призван в Москву восстановить Москву. Вот память моего отца. Я всегда заканчиваю махапет с тем ажарами. Чунки махапет у Конопар. Я все видел. Рад Берксия. Поэзия казаю. Синим үшін көп материалдым мен, нахақсыздар көп бейшеттім, яғыз башым ойға әбәлендім, қырық тайым мені қартайттың, әне шатлыға әйбәт сүрділер, шығардылар яман атымны, айырға бізіне тіләділер, сүндірге аяқты алқынны, әм сұғайда қаман қиялданып, сүйем сіне, сүйем ақылсыз, әм сүйермі шулай, мәңгі яны,
поэзия деген батырбыз. Кенер ингис тилине чыккандан анан татар тилинде чыкты, шундай зур китапта рубагаларым. Так что мен вот 2-3 жылда мен кынаштарым и вот позал мене нече грамоталар яринде мектептер алам. Шойте, ну что мен де керек инде, инде шигрият кашында мен өзүмне чын тырышчан ишчен адам деп саныйм. Вазифаңыз. Да, да, да. 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 Да,